Физкульт, привет, друзья и ученики! Сегодня представляю вам тренировку на широчайшие мышцы спины и на грудные мышцы. Эта тренировка для натурала ультракороткая. После разминки делаем экстензии, как всегда, и выполняем становую тягу. 3-4 разминочных подхода, после чего выставляем рабочий вес, с которым способны сделать 5-6 повторений. Классически работаем при идеальной технике и переходим к подтягиваниям. Естественно, тоже после специальной разминки. Не забывайте, что и подтягивания, и брусья требуют специальной разминки. Выполняем до отказа. Вы знаете, что в упражнениях с собственным весом тела я настоятельно рекомендую работать до отказа, до полного мышечного отказа. А сегодня решил поработать действительно с собственным весом. После перехожу к упражнениям отжимания от брусьев. Естественно, сделав тоже хорошую разминку, специальную разминку. Читайте мои статьи, видео у меня есть, как грамотно делать специальную разминку для подтягиваний и для отжиманий от брусьев. Я сегодня решил работать с собственным весом и хочется хорошенько напампиться. А именно такая работа позволяет это почувствовать. Пробуйте. Почему я работаю на кольцах, я уже не раз говорил. Мне гораздо удобнее с моими больными плечевыми суставами работать на кольцах, потому что получается более анатомически выгодная для меня амплитуда, нежели работать на перекладине. Работаем следующим образом, как вы уже заметили. Подход подтягиваний, подход отжиманий от брусьев. Делаем 3-5 подходов для каждого упражнения. В конце, естественно, делаем заминку, делаем специальную гимнастику для декомпрессии позвоночника и гиперэкстензии. Попробуйте, друзья, данный вид тренинга и отпишитесь в комментариях, как вы его прочувствовали. Действительно, я считаю, и не только я, многие специалисты, что брусья – это единственное упражнение, которое прорабатывает грудную мышцу сверху донизу. Всем удачи, увидимся, как всегда, в тренажерном зале.